А вот, идите на это, идите на это. Идите. It's the middle of a war, and we've been asked to a wedding. The guests, like the bride, are refugees. They came here to Ingushetia, on the border of Chechnya, to escape months of Russian attacks. Today, they've spent the little money they had on a banquet. The war may have destroyed their homes, but it hasn't broken their spirits. Война хоть идет, а жизнь продолжается. У нас свадьба. Мы счастливы, что у нас свадьба. Мы счастливы, что у нас кто-то хоть и воюет, а кто-то все-таки живет. Of all the people colonized by Russia, none are quite like the Chechens. They rebelled against the Tsars, the Soviet Union, and post-communist Russia. Заставить пойти его на провокацию очень легко. То есть оскорбить его, чтобы он с тобой подрался. И все, больше ничего не надо. То есть это тоже знают психологи, этнографы, историки. Очень легко изучить этот народ, его особенности, вытащить его на первый план в этой войне. Мухаммед Мухаммедов is a Chechen human rights activist. Это горцы. Горы формируют характер суровый, жесткий, требовательный к себе и окружающим. Очень легко использовать менталитет взрывной, открытый, вспыльчивый, добродушный, щедрый. То есть от ненависти до любви в этом народе один шаг. Last September, Russia invaded Chechnya in what it called a campaign against terrorism. Hundreds of thousands fled. Если вы самолеты, вы убиваете людей, убежал. Когда я в Германии воевал, тогда уже такого не было. Мирные люди никогда в людей не стрелял, ничего не сделал. А теперь уже тут. Когда Сталин был, Сталин тоже не делал такого. В дороге едет автобус, всех убивает. Ракеты ударяют, все убивают. За что? Чего это? Виноват? Убей его. Не виноват? Зачем ее трогать? Детей зачем трогать? Женщин? Чем виноват? Вот я 80 лет имею, так? Чем я виноват? Refugees trying to return have to bribe their way through 10 Russian checkpoints. Aslan has no money, but hopes a bottle of vodka hidden in his jacket can buy his way through. It's his only hope of finding his grandchildren. Детей надо привести. Russia denies targeting civilians. But it refuses to allow foreign journalists into Chechnya unless they're escorted by the military. Mukhammed smuggled us through Russian checkpoints to show us what was really happening. Ворота в горы, потому что дорога ведет по ущелью. Это последнее село перед границей Чечни и Ингушетии. He has been collecting evidence of atrocities with his friend, a Russian religious scholar, Viktor Popkov. Но он лучше знает Библию и Евангелие, а я пытаюсь лучше знать Коран. Вот когда мы обсуждаем, мы друг друга поправляем и приходим к одному, который написан и в Евангелии, и в Коране. Это одно и то же разными словами. Even on the border of Chechnya, it's dangerous work. Бандиты, что ли? Деды Холша. А это он шутит. Стоит русский, видишь, вон стоят.
Это он про них говорит, бандиты. Они стреляют. Поэтому он говорит, увидит, будет стрелять. Им разницы нет. Да я шучу, шучу, шучу. Да я шучу, Ким, ты не пугайся. Нет, если мы в лес пойдем, конечно, застрелят. Потому что снайпер. Ну хорошо. Мы в лес не идем. Мы в лес не идем. Саламбек is a shepherd who discovered a massacre. Людей поубивали, пастухов поубивали, уши отрезали, зубы все вытащили, глаза повыкалывали. Это когда было? Вот недавно, вот это 7-го, Белгистан. Всех поубивали, вот один лежит, я там его, я его не знаю, кто он такой, человек убитый, там лежит в селении Ялхаро, я его закопал. У него тоже нету ушей, глаз нету обоих. Вот этот человек. Я этого человека впервые видел, я его там оставил. Остальных, которые я знаю, мы привезли и похоронили их. Виктор и Мухаммед hope to show the information they collect to Russian and international authorities. То есть вот документальные свидетельства. Вот трактор разбитый, вот скотина лежит. Если у него не будет базы, если у него не будет коров, этот человек на этой земле не может прочно стоять. То есть им легко управлять, когда он голодный. Вот когда у них кушать нечего будет, Россия придет и принесет гуманитарную помощь. В виде там перловки 0,5 килограмма, в виде постного масла. И человек от голода скажет, дайте мне перловку, я согласен быть в составе России. Но это желудок диктует. Вот это... у меня сыновья сидят. Если один из них даже под российский флаг встанет, пока я живой, я их сам убью. Пусть все знают. Все равно, хоть они нас всех уничтожат, никто не под Россию не пойдет. Виктор believes that's exactly what the Russian government wants. Вот это политика, которая в соответствии с дефинициями международных конвенций должна быть определена как политика расизма и политика геноцида. Older Chechens still remember how Stalin tried to wipe them out. In 1944, he deported the entire population to Central Asia, fearing they would side with Nazi Germany. The Chechens won de facto independence in 1996, after a war with Russia that claimed up to 80,000 lives. But the warlords refused to serve a central government. The republic soon descended into lawless chaos. В России жесткое подчинение и субординация. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. У вас это не воспринималось. И начиная, например, с Екатерины, с Петра I, вот это внутреннее противостояние, неуважение власти, даже, например, нашего президента, который сейчас есть, Масхадова, вот этот конфликт постоянно нам мешал. То есть, можно сказать, то есть это народ не пластилин, из которого можно формировать всякие государственные ячейки, устройства. Он сам выражает свою волю. Today, the instability has spread across the border into Ingushetia. The Ingush are the ethnic cousins of the Chechens, but chose not to split from Russia. Kidnappings are so common here that foreigners are required to have armed guards. We were assigned a young soldier named Adam. Здесь это уже горские обычаи, горцы постоянно, а кавказцы постоянно с оружием, с ножами, постоянно вот так. Мало лет выросли, что поделать. The children now learning to fire guns may grow up to use them against the Russians. In the refugee camps, new stories of atrocities are being passed on to a generation that has known nothing but war. Mauser is 13. Потому что русский скажет террорист, бандит. Да, да, да. Русский скажет? Да. И что, вот вы? Не мы, а русские все террористы, бандиты. Every day, Mauser and his friends visit a child psychiatrist, Heda. She also came here as a refugee. Дети почти знают все виды оружия. Кто что, как стреляет, они мне даже объясняют. Стингер, гранатомет, там танк, какие снаряды, какие пули бывают, какое оружие, чем...